Приветствую вас на канале «Современные родители». Сегодня на обзоре отпариватель для одежды Xiaomi GT301W. Для вашего удобства рекомендую подписаться на канал и включить колокольчик. Буду рада обратной связи. Делитесь комментариями и не забывайте про лайки. Под видео оставлю подборку ссылок на лучшие цены. Отпариватель во время работы не образует капель и свободно работает в любом положении с разными вещами. Используя его для глажки, можно равномерно выровнять складки и морщинки на ткани. А в режиме вертикального отпаривания он глубоко воздействует на ткань и возвращает ей естественную гладкость. Многогранная забота продлит жизнь любимых вещей. Нагреватель мощностью 1200 Вт быстро образует мягкий, но очень сильный пар, который глубоко воздействует на каждую ниточку. Технология STEM Plus управляет температурой для моментального нагрева воды до образования пара и его быстрой подачи наружу, чтобы не растерять энергию и полностью передать ее на борьбу со складками. Отпариватель может обеспечить подачу горячего пара высокого давления со скоростью 22 грамма в минуту и длительностью до 7-8 минут за раз. Его высокая сила проникает вглубь волокон и не оставляет ни одну складку без внимания. При этом пар распыляется по прямой линии, не отходя от заданной траектории и не теряя энергии. Металлическая пластина достигает температуры в 132 градуса по Цельсию, дополняя воздействие пара высокой температурой. У каждого вида ткани есть свой особенный темперамент, требующий внимательного подхода для ухода и заботы. 5 отверстий для подачи пара равномерно воздействуют на вещи, легко справляясь с уходом за шелком, синтетикой, хлопком, льном и другими тканями, смягчая их как снаружи, так и изнутри. Его паровые отверстия из алюминиевого сплава, подошва с керамическим покрытием и особым анионным напылением способствуют наиболее эффективному использованию тепла нагревателя. Встроенный в отпариватель нагнетательный котел с высокой эффективностью быстро передает воде тепло, а благодаря быстрому нагреву и повышению давления он способствует формированию так называемого сухого пара, который еще глубже проникает в ткань, не оставляя на ней следов влаги и моментально разглаживая складки. Объемная вертикальная ручка увлажнителя имеет анатомически удобный наклон, а сам увлажнитель весит примерно как обычный планшет. С ним даже самые нежные особы смогут совладать всего одной рукой, а благодаря продуманной форме он не займет много места ни дома, ни в чемодане перед длительной поездкой. Всего одна кнопка управления откроет даже новичкам доступ к инструменту для ухода за любимыми вещами. Умный контроллер температуры и предохранитель формируют две ступени защиты, и если температура нагревателя превышает 140 градусов, они автоматически отключают питание. Дополнительный тепловой предохранитель срабатывает при обнаружении температуры свыше 240 градусов. Кроме того, защита от сухого хода защитит не только пользователя, но и сам отпариватель. Резервуар для воды объемом 150 мл встроен в заднюю часть отпаривателя, позволяя постоянно знать о наличии воды. При этом во внутренней конструкции силовые элементы отделены от водяных трубок, а водяной контур сделан максимально герметичным, чтобы полностью исключить протечки и выпадение капель. Проанализировав отзывы, могу выделить основные. Сначала отрицательные. Долго приходится отпаривать одежду. Идеального эффекта нет. Тяжелый, походным можно назвать с большой натяжкой. Очень слабая струя пара. Нет сумки для хранения. Теперь перейдем к положительным. Красивый дизайн. Очень качественные материалы во всем. Не надо сыпать соль. Большой резервуар. Воду подливать можно раз в 7 минут. В резервуаре сделана хитрая трубка, так что водозабор оказывается в нижней точке. Работает, справляется с рубашками, футболками. Благодарю, что досмотрели видео до конца. Теперь предлагаю подписаться на канал и включить колокольчик. Ваше мнение важно, поэтому жду от вас комментариев и не забудьте про лайки. Ныряйте в описание, там оставлю ссылки на лучшие цены. До скорой встречи на канале «Современные родители».